Spielen Sie die Rolle. Füllen Sie, füllen Sie, füllen Sie die Rolle. Безжалостный террорист! Вот кто ты такой! А ты нацистская шлюха! Ты чудовище! Что ты хочешь со мной сделать? Я изнасилую тебя. И убью! Ты погубил множество невинных немцев, но наша раса еще возродится! Я уничтожу твою вонючую расу! Sie könnten von ihm lernen. Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, habe ich Hunger. William Josef Blatzkowitsch. Aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als wir nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist. Helene, machen Sie weiter. Ich bin müde. Как вы знаете, эта роль требует хороших физических данных. Уильям Джозеф Бласковиц был не философом, он был бойцом. Эта сцена идет перед той, которую вы уже играли. Бласковиц хочет заложить бомбу, чтобы убить немецких детей в приюте. Но сначала он должен прикончить храброго часового, стоящего возле здания школы, в жестокой схватке. Мистер Лоулин Юинг? Лоулин Юинг? Я. Можете начинать. Сейчас каждый изобразит сцену борьбы, и как только охранник будет устранен, вы должны завершить сцену, прочитав свои реплики с этой карточки. Точно по тексту. По местам. Und мотор. Стоп! Стоп! Кровь пошла, черт! Нужна пауза! Реплику! Мне нужно к врачу! Текст! Твоя смелость не остановит такого неандертальца, как я. К тому же, я не умею сражаться честно. А теперь я убью невинных детей. Будущее Германии! Schrecklich! So stark. Мистер Редфилд, прошу. Сейчас ваш выход. Этого хотели? Это вам нравится, нацистские гниды. Это вы и получите. Wunderbar! Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle! Er wird mein Platz, Kovic! Oh Gott! Er ist mehr als perfekt! Я распакую багаж, мистер Редфилд. Was zur Hölle ist das? Ah!
Готовься, Адоли, с секретными кодами твоего Одина. Мы украдем Аусмерцер, убьем генерала Энгель и покажем американцам, что такое революция. Hinrichtungen auch? Na klar. Dann ach. Ich war auch mal in einem Feuergefecht. Keine Ahnung. Rühr dich nicht von der Stelle! Achtung! Die Einrichtung wird angegriffen. Alpha sofort sicher. Отлично. Надо бы улучшить свое оружие.
Вот он, мой билет на поверхность планеты. Den Zugang starten eingeben. Autofunktion. Navigationssystem bestellen. Licht. Notfallauswurf eingeleitet. Landung in G-3. Minus 3, 2, 1. Спёртый воздух. Сильная жара. Прямо август в Техасе. Надо пробраться внутрь базы, найти оберкоманда, украсть коды Одина от корабля генерала Энгель. Тихо и быстро. Черт, я так сгорел. Жарко. Надо охладиться.
Опять это жарище. Черт, я так сгорел. Жарко. Надо охладиться.
Sperrst mir die Sicht! Здесь, конечно, адская пустошь. Но это всяко лучше, чем благотворительная ярмарка. Дежавю. Черт, я так сгорел.
Добро пожаловать в Оберкоманды. Население – толпа мудаков. Где мои коды от Одина? Мудаки. Так, добро пожаловать в Оберкоманды. Население — ноль.
коды от Одина. Где же вы? Вот они. Птичка, тебе уже пора. За мной приплыли. Почему везде аварийный свет? Где весь народ? Здесь что-то не так. Будь готов ко всему. Вперед, Бласковец! Я прикрою. Сюрприз! С днем рождения, Уильям. За тебя, герой Америки. Не думал, что столько проживу. Твое здоровье, Бласковец. Самый крутой говнюк. Жуки Билли. Черт возьми. Да чего же вкусный банановый торт. Это Макс из Фексус. А вот любовь в жидкой форме. Боже, о боже. Венеги Хордену разъест желудок. Ну, как там на Венере? Привез мне сувениры? Ну, магазин был закрыт, но я привез вот это. Твою мать, Бласковец. Я просто обязан рассказать тебе про Серебрянку. Это название. Он очень... Зигрун! Да, фрау Грейс? Слушай, мне нужна твоя нацистская помощь. Я не нацистка. Неважно. Поручаю тебе расшифровку кодов Одина, чтобы отключить систему защиты и угнать Аусмерцер. Да, фрау Грейс. Только не называйте меня нацисткой. О, прости! Задело твои нацистские чувства? Терпи, принцесса. Ты все еще здесь? Черт, бухло кончилось. А, вот это другое дело. Товарищи, братья и сестры, большое спасибо. Завтра мы будем стрелять в нацистов, пока не кончатся пули. Но сегодня, сегодня мы пьем за Бласковица. Самогон Хортона. Не твое. Да-да. Нет! Да ладно. Твою башку удержали в этой банке, жуткий Билли. Нексус! 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 Давай, Уильям, он выдержит. Oh.
Как ты, Ваныч? Здесь. Виски? Ну, Хортон берет кукурузу. Иногда используем ячмень. Лично мне больше нравится рожь, но он берет кукурузу. Потом... Любимый, Уильям. Проснись, Уильям. Детка, не надо. Каждый звук, как пуля в висок. Что случилось? Вайт пропал. Бласковец, надо его найти. Мне еще нужно собрать мозги в кучу перед операцией. Шевелись! Мы искали его всю ночь, но до сих пор не нашли. Отыщи его, пока мы не отправились на задание. Так, а мне нужно немного поспать. Часок, хорошо? Народ, Вайт пропал. Капитан Бласковец сейчас его ищет. Вайт... Ты голову потерял, сынок. Говорят, ты ищешь Вайта. Прости, милый, но я его не видела. Поговори с Фортоном. Он у нас... Можно обратиться, пан? Я писатель и наблюдаю за людьми. Я наблюдала за нашим другом Максом. Я вижу в нем великое горе. Будет здорово, если мы как-то его приободрим. Макс обожает игрушки. Ты очень занят, я понимаю, но, может, ты поищешь игрушки для него? Прошу. Сделай это для Макса. Капитан, ты мне поможешь? Китос, капитан Бласковец, стой на платформе. Грейс попросила навести порядок на складе у шахты. После атаки Аусмерцера там жуткий бардак. Но все видом проходы завалены мусором, я даже войти туда не могу. Пойдем, расчистишь для меня проходы. Не хочу подвести Грейс. Сегодня все через жопу. Я знаю, что силовые скобы придают тебе больше сису. Так что, надеюсь, ты придумаешь, как пробиться через завалы.
держат, капитан! Убери все, что не дает отпустить. Эй, хана, капитан Бласковец. Теперь мне осталось придумать, как навести тут порядок. Спасибо. Спасибо тебе за помощь, капитан. Интересно, Грейс разрешит мне организовать тут сауну? Что, капитан, размышляешь, зачем ты бесцельно носишься туда-сюда? Вайт пропал? Вайт? Я не видела брата. Да, спроси у Перриса. Нет, Макс. Хватит уже грустить. Давай. Нашел Вайта? Давай поиграем. Поспрашивай, вдруг кто его видел. Думаешь, я не вижу? Что ты избрал самый легкий путь? Думаешь, со мной такого не было? Видел, как убивали моих друзей, семью, моих детей. Я знаю, как легко сдаться, заползти в самый темный угол своего разума и сидеть там, пока все не потеряет смысл. Ты хоть представляешь, чего мне стоило не свихнуться, собраться с силами, забыть, что я видел? Когда ты грустишь, мне больно, потому что я сразу вспоминаю твоих, потому что те образы возвращаются и наполняют мне меня. Мне правда свой, очень жаль. А я больше но не полезу в тот угол обратной дороги. Уже не будет. Понятно тебе? Улыбнись. Я хочу поделиться инфой. Ради бога, улыбнись. Давай, небось, пошел с Будуна отсыпаться, как и все мы. Такая тема, Би. Нам удалось перехватить сообщение. В нем полный список стройматериалов, отправленных на Венеру для оберкоманда. Зацени. В этом списке есть исправные боевые ходули. Они, небось, с их помощью красят потолки или типа того, хер их разберет. В общем, прочитай описание задания на военной карте. Удачи, Би. Значит, ты был учителем. Учитель. Когда я строить, видела Вайта, да? С ним говорил Джасмин. Ну, чувак из людей Хортона. Пора приступать к операции. Вайт, наш пилот, нам без него не улететь. Максос? Бласковец, отыщи Вайта, чтобы мы приступили к заданию. Блин, кто-нибудь наверняка что-то видел. Кэп, зацени-ка. Помнишь тот нацистский бункер в Манхэттене? Свиньи сделали его своей базой.
Вот, мы перехватили сообщение со списком всей боевой техники, которую они там хранят. Зацени. В списке есть полноценный сжимающий корсет. Прочитай описание на боевой карте, чувак. Серьезно. Я не знаю, где сейчас... Эй, жутко, Билли. Есть. Эй, Пэрис Джек. Ты тут Вайта не видал? Я видел его ночью. Ему было плохо. Боже, Пэрис. Твоя музыка льется мне в уши, как жидкое золото. Кап, кап. Где ты научился так играть? Музыка наполняла Новый Орлеан жизнью. У тебя был дар, и музыка текла вместе с кровью по твоим венам. Но как овладеть даром? Как играть без единой фальшивой ноты? Тут нужна практика. Годы и годы практики. И строгая дисциплина. В школе я умел играть на кларнете. Единственное, чему учат в школе, сынок, как быть рабом системы. Музыкальный или еще какой? Чувак. О, твоя музыка, чувак, это космос. Это как звездный ветер. Она изменяет мое сознание, понимаешь? Вызывает чувство... О, вызывает чувство... тошноты вообще-то. Зачем ты себя губишь, сынок? Что? Не думай. Я же видел, что ты принимаешь. Это круто. Я типа открываю мир. Расширяю горизонты. Своим умом, сечешь? Но это не твое. Ты просто не понимаешь, Пэрис. Не тебе судить, что я понимаю. Тут речь идет о Вселенной, и это важно. Я должен понять логику многих явлений. Сынок, в нашей Вселенной логично лишь одно. Чудесные звуки музыки. Ты не понял, чувак? Значит, ты видел, как он пошел к тиру? Угу. Он, похоже, собирался в дальние дали. Угу. Спасибо. На тема. Надо сходить в тир, поискать там Вайта. Вайт? Да, он был, сука, Весса, весь в себе, понимаешь? Кажется, я видала его в столовой. Это какой-то бред, Шашан. В смысле, кому мог понадобиться ключ без замка, а?